Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112 и я ее ведущий Мирам Кошин-Ширеков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 7 по 13 октября по области зарегистрировано 6 чрезвычайных ситуаций, 5 техногенного и 1 природного характера, в результате которых погибло 2 человека, 1 человек получил травмы. 6 октября в результате природного пожара на приграничной территории с Карагандинской областью общая площадь пожара составила 10 тысяч гектар. В тушении пожара на территории Павлодарской области принимали участие 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна и 3 беспилотных летательных аппарата. Для тушения привлечены силы и средства ДЧС Павлодарской области и соседних областей, Министерства обороны, местных исполнительных органов, лесохозяйственных учреждений. 7 октября в 14 часов 30 минут пожар был локализован и ликвидирован в 14 часов 35 минут 8 октября. 9 октября в городе Аксу, в селе Черемушки, по улице Целинная, на территории частного дома, происходило горение деревянного сарая на площади 15 квадратных метров, деревянных конструкций бани на площади 5 квадратных метров. На территории соседнего дома происходило горение деревянного сарая на площади 10 квадратных метров. 10 октября в городе Павлодар, во дворе дома, по улице Майры, на открытой территории происходило горение скутера на площади 2 квадратных метра. 12 октября в районе Акулы в селе Кархала происходило горение свежескошенного сена в количестве 50 тонн на общей площади 250 квадратных метров. 12 октября в Павлодарском районе в селе Заря в результате нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом мужчина 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения, которая в результате отравления скончалась на месте. 14 октября в Щербактинском районе в селе Малиновка в нежилом частном доме происходило горение деревянного пола оконной рамы на площади 15 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело мужчины без признаков жизни. За отчетный период в дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 58 сообщений, из них о пожарах 4, о загораниях 34, о проведении аварийно-спасательных работ 9 и 11 сообщений различного характера. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области убедительно просит соблюдать требования правил пожарной безопасности. До новых встреч!